Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики, дамы, господа, мы бустеры, бустересы, все, кто сюда случайно зашел и так далее. 23-й ролик из марафона Stray Kids называется Thunder Rolls. Поэтому, ну, или Thunder Rolls, Thunder, Thunder, неважно. Вообще все равно. Надо, чтобы песня была хорошая. Ссылки на экране, пишите комментарии, ставьте лайки и колокольчики. Мы начинаем. Сразу скажу, бас и бочка вместе массируют мозг. Давно такого не было. И вот опять, не, в рамках марафона, это первый раз, когда я вот подобную терминологию употребил, прямо как внутри черепной коробки, немножко сзади все это звучит. Поэтому слушайте в наушниках, чтобы ощутить подобный эффект. О боже, вот эти все клаксоны, вот эти все переходы какие-то и так далее, вот эти сэмплы. Я так люблю эти фишки. Я в своей композиции тоже такие штуки всегда вставляю. Иногда их даже не слышно, но просто ты их ощущаешь. Это так здорово, боже мой, как же я уважаю фрира еще за то, что они делают. Вы не поверите просто, потому что сейчас не то чтобы редкость, но очень часто артисты пишут все с помощью других продюсеров, композиторов и так далее, и являются большей части исполнителями. Тоже это неплохо, не все умеют писать музыку, некоторые умеют ее исполнять, и наоборот. Но это так здорово, что в одной группе находится сразу три человека, которые пишут все музло, продюсируют его. И вроде бы, если вся информация в интернете является абсолютной правдой, то особо никто в процесс не вмешивается. Может, там есть какие-то сторонние продюсеры, которые просто корректируют, знаете, там, наждачка сверху проходит, там какие-то уголки сглаживают, но не более того. А еще прикольно, что у нас все вот эти медные духовые, такие очень гнусавые, округлые, такие немного нудяще звучащие, но при этом это опять же вписывается в контекст. Этот инструмент отдельно можно было бы и не слушать, потому что он звучит не особо приятно, но в миксе как раз укладывается. В этом магия вообще написания музыки. Иногда ты слушаешь отдельно дорожки, когда находишь мультитрек, такой, боже, какой же это кал, это вообще как это, а потом все вместе звучит. Вот она магия, когда звуки все дополняют друг друга, то есть нужно слушать не отдельно, а все вместе. И хочу отметить, во-первых, ну, вокальные партии здесь тоже мое почтение. Ну, с речитативом у них никогда проблем не было, но мне очень нравятся все вот эти храмы, стилизация с современными вот этими тачками. Я небольшой любитель машин, но смотрится все дорого, стильно и богато. У меня вообще культура Азии все ближе-ближе становится, потому что... Ну, не только потому, что я посвящаю ей несколько каналов, но... Ну и поэтому тоже. Вот,
Я вот смотрю, кожаные штаны смотрятся стильно, но я думаю, насколько же в них жарко. Я никогда не носил кожаные штаны. Пожалуйста, напишите в комментариях, кто носил кожаные штаны в теплую погоду. Это удобно или нет? Стильно, модно, молодежные, народные мотивы есть, визуальные. Поэтому я говорю, здорово, песня, добро пожаловать в плейлист. Опять же, по большей части я уже выразил все, что хотел выразить, поэтому давайте сразу перейдем к приятным. Благодарности, бустеры, спасибо. Спасибо бустерам за то, что они есть, за то, что они делают, и некоторые даже еще жертвуют на сборку ПК. Это неоценимый вклад. Это очень-очень-очень сильно помогает всем каналам и мне, как тому, кто на них работает, на эти каналы. Вот, поэтому... Спасибо. Хотите стать одним из них? Милости прошу, все ссылки на экране, в описании и так далее. Я думаю, вы пройдете по ним, сможете ознакомиться и понять, что вы там хотите. Разные уровни подписок, разные бонусы и так далее. Что еще сказать? Кстати, да, маленькое отступление лирическое. На всякий случай, в середине скажу, в середине всего этого цикла, хотя мы уже немножко от середины отошли. В общем, список бустеров, он формируется в самом ролике на момент записи. Поэтому, если вас там вдруг не оказалось, не обижайтесь, я... Стараюсь как можно чаще публиковать списки там раз в неделю на MPTube, чтобы все видели вот обновление списка, так что вот так. MP Reviews — канал с кей-поп новостями, MP Live со стримами и телеграм-канал как хаб-локация. Спасибо, дорогие мои, за то, что были сегодня со мной. Никуда не уходите, дальше будет лучше. До новых встреч, пока!